Ну, в общем, идея написания работы. Мои поездки на север, я езжу на севере Приморья больше 20 лет. Это Тернейский район, самый северный у нас, северная территория. В общем, хорошо его знаю, по тайге путешествовал и так далее. Ну, главное, конечно, природа. Я вообще занимаюсь пейзажем в основном. Вот, и поэтому это природа наша приморская. Это в данном случае это осень. Вот. Поэтому вот как-то так, не знаю. Вот первоначально был вот этюд такой вот, написанный с натуры. Он не такой длительный, короткий. Вот. И были еще этюды с этой речки. Это вот Кема. Это, скорее всего, не самый верховик, это середины, это пороги. Даже Арсеньев ее описывает, какая, значит, там очень быстрая река в свое время была. Человек, который столько дал Приморскому краю, это первый, ну, как сказать, он и ученый, и исследователь, и путешественник, и военный. Ну, это многосторонняя такая большая личность. Так что очень хотелось поучаствовать в проекте, поскольку вот в данном случае его экспедиции на север края, а я там бываю довольно часто, показать вот красоту вот этой его природы. В данном случае это вот осенняя такая вещь. Вот. Я и весной ее писал, зимой как-то был этюд, и мне ее писал. Но самое красивое состояние – это осеннее. Там начинаются первые краски такие вот яркие.